Привет, народ! Решил я перед тем, как начнется зима, добить свой этот рядом со школой стоянку, пятачок. И что я нашел? Были интересные сигналы, но вот так не снимал. Решил начать снимать, если что-то найду интересное. Был такой вот один цент. Покусанный. О, подожди, коробка пришла. Такой цент был. Очень убитый. Была такая непонятная штучка. Может, серебро, не знаю. Звучало 36. На Xterre 705. В принципе, как серебро звучало. Не знаю, проверю, что это. Может, кусочек какой-то броши. Не знаю. Фигня. И интересно, действительно, из-за чего включился. Вот такой вот жетон для игровых автоматов. Famous Players, Tech Town. Кстати, токены интересные. Я больше рад, чем всем центам, которые нашел. Я вообще люблю такие жетоны от игровых автоматов, от разных телефонных аппаратов. Вот такие пока есть у нас находочки. У нас погодка, смотрите, тучки затекли по небу, может будет дождь, может нет, уже листья начинают желтеть, пришла осень, Виннипег. У нас еще сегодня праздник, еврейский Новый год, 5779, всех причастных с Новым годом. Вот, ну а мы пока место еще покопаем, наверное, часик-два. Пойду, потом пойду домой рыбу готовить. Ладненько, увидимся. Снова я включился, снова сигнал. Такой очень интересный. Центик. Центик юбилейный. Выпущенный был на столетие Канады. Смотрите, какой сохран красивый. Патина. Здесь у нас королева молодая, 67 года цент. Это, в принципе, наверное, самая старая из того, что я находил пока. Видите, здесь птичка нарисована, один цент, и написано Канада 1867 1967. Пусть это, конечно, не начало века, но все равно очень интересная монета, и что самое главное, в отличном состоянии. Просто супер. Сегодня у меня находки. Тьфу-тьфу-тьфу. Ладненько. Хотел вам показать, здесь гуси летали. Но куда-то улетели. Начинают они уже собираться в кучке. Гуси. Ладно, покопаем еще. Воистину чудесный день сегодня. Смотрите, что я нашел. Когда был сигнал, вот так он торчало чуть-чуть. Я думал, что это собачий жетон. Знаете, вешать собаку. Каково же было мое удивление, когда я увидел хамсу с надписью на иврите. Если кто-то не знает, хамса — это ближневосточный символ такой. От сглаза на удачу. Такая ладошка. Называется хамса из-за того, что на арабском это хамса — это 5, ну, видите, ладонь. На иврите 5 это хамеш. Ну, наверное, уже знаете, нет? Что арабы и евреи очень близкие народы. И по месту проживания, и по своему происхождению. Это семитские народы, несмотря на то, что сейчас
идут религиозные войны, всякое такое. Короче, к чему это Хамса? Здесь написано «Возвращайся, как Зор Бешалом, возвращайся с миром». То есть это такая у нас был на ключе. Ну и здесь мы видим нарисован Рамзор, тут светофор. По-моему, тут был даже когда-то камушек, наверное, но вывалился. Видите, один из посадочного места было. Вот, это был брелок на ключи, на машину, на удачу. Блин, уехал с Израиля, нахожу вещи с надписью на иврите. Просто супер. Я же вам говорил, что сегодня Новый год еврейский, 5779. Вот это мне подарок на Новый год. Это суперские находки сегодня, класс. И, конечно, покрыт каким-то или никелем, не знаю, чем-то. Или цинком. Красивая хамсочка. Просто вот супер. Если бы кто-то другой нашел, кто на иврите не умеет читать. Ладненько, просто супер, ребятки. Давайте еще походим. У нас все темнеет и темнеет. Но не потому, что вечер, а потому, что у нас, наверное, будет дождь. Ладно, похожу еще чуть-чуть, и мне надо будет ехать включать мангал, готовить рыбу. Давайте посмотрим, что еще найдем. Сегодня просто день необычных находок. Смотрите, что я нашел. Это 25 центов. Американские. Что у них интересно? Ну, кроме того, что это дерево нарисовано, написано Connecticut. Монета сточена. Дождь начинается. Сейчас я поеду домой. Да, покажу вам просто. Это, наверное, специально затачивали, чтобы резать сумки. Я так понимаю, потому что кому нужно еще затачивать монету. Гром гремит и начал капать дождик. Ну и последний сигнал на сегодня. Уже дождь начался. Я здесь под деревом сижу. Там уже капает. И гром гремит. То начинается дождь, заканчивается. Но я все-таки поеду домой. Не хочется намокнуть. Видите, дождь капает. Капнула на монетку. 70-й год. 1 цент. Хороший сохран. То есть, в принципе, для этого парка довольно старая монетка. Ладненько. Вернусь я сюда потом. Попозже, надеюсь, что скоро снег не начнется. Хрен его знает, как в этой Канаде бывает. Лето-лето, была жара. Сразу листья пожелтели, а там, глядишь, снег выпадет. Ладненько, спасибо, что смотрели. Надеюсь, вас еще чем-нибудь веселым, интересным порадовать. А пока что пока. Бай-бай.